Хочешь смеяться до отключки? Заходи на канал Глюка. Куча веселых видео по Happy Wheels, GTA 5 и Майнкрафту. Олдскульные игры и также немного веселого неадеквата. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию прохождения этой замечательной паркур-карты с элементами испытания и также магии. Потому что, кто не помнит, в предыдущей серии мы прошли уже целых два уровня. И кто не знает, у нас на пути еще предстоит пройти 4 очень крутых уровня. И если мы с этим справимся, то мы станем самыми крутыми магами во всей вселенной. Но, ребята, если вы хотите продолжение этой карты, если вы хотите, чтобы мы все-таки добили ее до конца и все-таки прошли 6 самых крутых уровней паркура, то не забываем ставить лайк, ведь как только мы наберем 1200 лайков, я даю вам свое слово, то что я сразу же выпущу следующую серию прохождения этой карты, поэтому не поленись, поставь лайк и просто ты ускоришь выход новой серии. Также я всех вас, кто еще не подписан на мой канал, приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Все, что нужно, это просто нажать на кнопочку вот там в уголку или под видео, красненькая с надписью подписка, и ты станешь моим другом, потому что каждый подписчик для меня как друг. Секунда, не поленись, это действительно очень быстро, но ты сможешь сделать мне этим самым очень приятно. Но, ребята, мы не будем больше затягивать, и мы сразу же приступаем к самому видео. Ну что, ребята, сейчас это у нас вроде 3-й уровень, да? То есть нам сейчас нужно пройти эту карту. Я, если честно, не знаю, что там будет, но уровень, как у нас уровень назывался? Он вроде что-то назывался, вроде... дайте я вспомню, дайте мне секунду. Вроде что-то огонь против льда, какой-то каньон льда и огня, что-то в этом роде. Но все же, ребята, мы попытаемся сейчас пройти эту карту. Да, не-не-не-не. Круто, замечательно. Это очень бесит, потому что это залагивает. То есть это не я падаю. Может мне как-то каким-то боком нафиг. Ну, давайте вот сюда попробуем. Потому что тут, знаете, образовались какие-то большие пробелы в этих блоках. Вот, замечательно. И я как-то начал падать. Но сейчас все-таки мы дошли до этого чекпоинта. Ух, я как-то смогу вообще туда добраться. Давайте вот так попробуем. Во. А тут, смотри, тут вообще пробелов в блоках нету. То есть, они вот так более стыкованы, или как это можно назвать. Ну, круто, ладно. Ух ты. Я не знаю, это там обычный паркур? Что-то в этом роде? Ух, как-то я очень далеко. Вот ты... я только сейчас заметил то, что там... Сейчас. Да, мне все-таки... Ну, хорошо то, что мы Golden Nugget все-таки забрали. Потому что мне кажется, если бы мы тут остановились, то я бы не смог туда... А ну дайте я сейчас попробую, ребята. Вот сейчас я прям попробую. Еще одна попыточка, и нам опять нужно взять Golden Nugget, который вот там у нас на стене. Вот, посмотрите, ребята, если мы сюда... Я... А, я тут появился, потому что тут уже чекпоинт, ладно. Я хотел сказать то, что я лоханулся, но нет, все круто. Фу, ну что, ребята, сейчас давайте вот сюда будем идти. Потихонечку будем проходить опять вот тут. Или нет? Не-не-не, все нормально, вот тут. Это у нас Ниф... Гаст, привет. Как у тебя делишки? Я надеюсь, ты нас трогать не будешь. Ты просто дружелюбный гастик, да? Вот сюда, замечательно. Это, ребята, 3-й уровень. И я не знаю, что у нас будет на 4-м уровне. Но 3-й... Не очень бы хотелось, чтобы он был очень прям сильно длинный. Согласитесь, ребята, потому что мы хотим уже пройти в 4-й. Я надеюсь, что я смогу туда дойти. Потому что я бы уже хотел в 4-й уровень, а потом и в 5-й, и в 6-й. Чем дальше мы будем проходить, тем лучшими магами мы будем становиться. Сейчас нам в эту сторону. Гастики. Ух ты, а что это за... Я не знаю, смогу ли я туда добраться, потому что, как видите, тут уже большущие такие... А ну... Да, смог. Замечательно. Когда тут начнется лед, я пока что не знаю. Потому что карта все-таки называется... давайте вот сюда. Карта все-таки называется «Огонь против льда». Что-то в этом роде. Каньон. Потому что это... Ну да, в принципе, это каньон.
Давайте сохранимся. Замечательно. Я не знаю, когда тут лед начнется, но мне бы хотелось бы видеть, потому что лава мне уже надоела, всем нам, ребята, надоело. Кстати, давайте... Сейчас, дайте я перепрыгну сначала, сохранюсь, а потом скажу то, что я хотел сказать. Ребята, мы продолжаем соревноваться, то есть пишите в комментариях, но... Главное, в первую очередь, скачайте эту карту и попытайтесь ее пройти. Если вы сможете ее пройти, или даже не то, что сможете, а просто сколько уровней вы сможете пройти. Я не говорю всю карту, потому что... сейчас... А куда мне сейчас идти? А я точно сюда должен был идти? Ребята, вы что-то поняли? Ладно, в принципе, мы тут сохранены, да? Поэтому это без разницы. Сейчас нам нужно туда пойти. Или мне кажется, вот тут уже... Да! Я как-то, знаете, даже не подумал, то, что тут могут быть даже такие секретики. Сейчас, ребята, вот сюда. Скачивайте карту, ссылочка есть в описании. Проходите. И что самое интересное, главное, просто-напросто со мной соревнуйтесь. Потому что мне очень интересно, ребят, я вас не обманываю. Мне действительно очень интересно, сколько уровней вы сможете пройти. То есть, скачайте карту и также, самое главное, напишите... Офигеть, вот это я круто. Самое главное, напишите, какой цвет вы выбрали своей броньки. Как видите, у меня синий цвет. Напишите в комментарии, какой ваш любимый цвет. Кто еще не успел это сделать в предыдущей серии, я тоже спрашивал, какой ваш любимый цвет и какой цвет вы бы выбрали. Поэтому, ребята, пишите, какой ваш любимый цвет. И также, вот сейчас будет замечательно. И также пишите, сколько уровней вы смогли пройти. И если вы сможете пройти 6 уровней быстрее, чем я. Вот, уже лед там начинается. Если вы сможете пройти 6 уровней быстрее, чем я, то я вас поздравляю. Вы действительно лучше, чем сам Гарри Поттер. Да, я вас, ребята, действительно поздравляю, потому что вы смогли пройти эту карту быстрее, чем я. Ух ты, вот это, я не знаю, ребята, что вам больше нравится? Вот так вам больше нравится? Оранжевый, желтый, красный и лава, или синий, такой бордовый, что ли, ну, фиолетовый, синий, и это такой светло-красный. Мне, если честно, вот так больше нравится. Ну, я не знаю, ребята, честно. Ну, вот так я это скрин сделаю, и вот так. Посмотрим, я, если честно... Не знаю, что вам больше нравится, но мне почему-то вот эта сторона больше нравится. Но это уже знак. Это уже знак того, то, что мы прошли половину карты. Да, ребята, потому что если мы перешли уже вот сюда, это действительно значит то, что мы уже прошли половину карты. Следующая половина еще впереди. Сейчас вот сюда. Так, тут уже обычный паркур. Я сохранился? Надеюсь, что сохранился. Ух ты, сквид. Там у нас был Гаст, тут у нас Сквид. Ой, ух, я уже думал. Вот сюда, вот сюда. Круто. Опа, опа, опа! Как прям пропрыгал сейчас вот сюда. Я все-таки не знаю, где у нас тут чекпоинты, потому что когда у нас были красные стены, ну, когда у нас биом лавы был, да? А я даже... Твою мать, а? Я опять... Да ты что, иди ты в жопу, а? Вот, пропрыгал еще раз. Дайте мне сохраниться нафиг, пожалуйста. Вот давайте куда-то вот сюда мы направим наш прицел и попробуем допрыгнуть, потому что... Опа, допрыгнули, замечательно. Я надеюсь, то, что мы сохранились, и сейчас нам в эту сторону нужно. Это еще дальше. Хоть у нас, в принципе, на начале писало то, что... Радиус вот этого блока, докуда он может дойти, средненький, но все же у нас тут дистанции довольно-таки далекие и длинные. Уф. О, я вижу, мне кажется, вот сюда налево, как вы думаете, ребята? Мне кажется, что вот сюда налево нам нужно будет. Да, потому что, в принципе, другого пути тут нету, и только сюда. Вот честно, кто проходит эту карту, мне реально интересно, сколько вы уже прошли, потому что, знаете, что мы... я опять не туда. А, не, нормально. Я прямо знал, ребята, это все было спланировано. То есть не горите то, что Эдисон, вот тебе повезло. Нет, это все было спланировано. Так, я надеюсь, что я смогу туда долететь, допройти.
Вот мне реально интересно, вот я вам не вру, ребята. Сколько вы уже смогли пройти уровней? Потому что если вы прошли 6-й уровень, напишите, пожалуйста, что меня там ожидает. Потому что это может быть какой-то полный хардкор. И там дистанции будут длиной в километр. Если мы случайно упадем, то нам опять вот этот километр нужно будет заново проходить. Если это такой хардкор будет, то может это прохождение этой карты может еще растянется не еще на одну серию, а может еще на 5 серий. Но не будем загадывать вперед, посмотрим. Так, вот сюда. Вот да, мне прям вот тут нужно было остановиться. И сейчас, как я понимаю, нам туда нужно. Вот сюда, замечательно. Сейчас вот сюда, ребята, мы бежим, мы бежим и дальше проходим эту карту. Так. Опа, замечательно. Но мне кажется, что сейчас уже будет, в принципе, конец. Вот лично это мое мнение, потому что половину карты мы уже прошли довольно-таки давно. И, по идее, сейчас уже должна кончиться и вот эта половина карты. Замечательно. Прям допрыгнули. Ух ты. Вот я вижу, вот там есть что-то. Вот там нам нужно получить Golden Nugget. Но я не вижу, куда нам нужно. Офигеть, я даже никакого разъема не вижу. Ну давайте попробуем вот сюда. Если мы сейчас упадем, то все же мы сможем вернуть. А, нам сюда нужно было, да? Да. Нам сюда нужно было. Офигеть, а как мне туда забраться? Может с этой стороны? Да, наверное, все-таки как-то вот так. Попробуем. Это уже какой-то хардкорчик пошел. Быстренько бежим, чтобы... Да, ну в принципе я вот это и не хотел, чтобы случилось. Чтобы блоки... под нами пропали, поэтому давайте куда-то вот туда нацелимся. Хотя это, в принципе, до жопы, потому что разъемы и так очень большие у нас получаются. Это не очень круто. Я не знаю, как нам сделать, чтобы они мелче были. Не знаю, ребята, честно. Давайте, ну, как-то боком, подскоком каким-то. Вот, так более... Хотя... Ну, мне кажется, что они более такие... Да, они все-таки меньше стали, потому что... Допрыгнули. Допрыгнули. Конец или не конец? Какой у нас тут длинный туннель. Тоннель. Посмотрим. Посмотрим, что нас тут ожидает. Но если нам Golden Nugget дали... О, ух, это что там у нас? Это что там у нас? Неужели это конец карты? Ну, в смысле, уровня. Конец карты еще нет. Но все-таки мне кажется, что это... Так. Да, нажми, когда все будет готово. И вот, ребята, мы тут заканчиваем. Сколько? 10 минут серия у нас длится, поэтому, ребята, вы готовы к следующему уровню? Так, как... Сначала нам нужно посмотреть, как у нас все называется. Четвертое испытание у нас называется «Потерянный город». В принципе, подсказочки все точно такое же. Medium Lange, Trail Set to Broken. Ага, ну все замечательно, то есть сейчас у нас будет дистанция. А куда нам нужно, наверх или... У нас дистанция будет средняя, да? Так, это что у нас? You may have to find the likely block. Тебе нужно найти... Лай... Нифига себе. Офигеть! А нам нужно... А ну сейчас... Ну, сначала там было написано то, что тебе нужно найти лаймовый блок, но это не факт. Нам сейчас нужно будет прыг... О, я нашел его. Нам сейчас нужно будет прыгать по зданиям, прям как Спайдермен какой-то. Потому что, мне кажется, да. Хоть я не вижу, где у нас тут следующий лаймовый блок. Ну, давайте допустим, что вот тут. Это что? Охренеть. Ребята, вы поняли, как сейчас будут эти блоки спавниться? Вот сейчас 4-й уровень, и у нас уже начинается реальный хардкор. Офигеть, вот это мне не нравится. Я не знаю, ну в принципе, если привыкнуть... Что? Я не знаю, как я там разбился, как я там упал, но это меня взбесило. И я, если честно, больше не хочу это повторять. Пожалуйста, не падай. Точнее, лучше не разбивайся, я не знаю, как ты вообще там разбился, но лучше не делай такое. Чё это за хрень, а? То есть, сейчас, дайте я пойму, а куда мне нафиг нужно?
Или мне нужно по деревьям нафиг лазать? А куда мне? Так, тебе нужно найти лаймовый блок. Мы его наш... Это еще нужно проход найти. Куда нам нужно идти? Вот, наверное, нам прям вот сюда нужно. Нам нужно еще сначала проход найти какой-то нормальный. И вообще понять, куда нам нужно идти. Вот сюда нам... Да, потому что тут мы не умерли. Охренеть. А сейчас куда? Че это за хрень? Что это за, мать его, уровень? Сейчас нам 100% вот сюда нужно. 100%. Вот сюда, потому что я там выжу выход. Мне кажется, или это... Нет. Охренеть. А как мне туда достать? Офигеть! Они так уже запутали эту карту, то что это можно просто с ума сойти. Ну, в принципе, это что-то новенькое. И если вы уже, ребята, начали думать то, что это будет очень однообразно и карта будет действительно очень скучная, то, как вы видите, вы реально ошибались. Потому что это не так. Это уже офигеть просто. Мало того, то, что тут начали быть какие-то загадки. То есть, вы видите, нам... Ну, вот, вы видите? Нам нужно искать еще вот эти блоки, лаймовые блоки, для того, чтобы получить Golden Nugget. Нам нужно это еще... Вот, смотрите, сейчас нам 100% вот сюда нужно. Нам еще нужно искать эти блоки, чтобы пройти дальше. Нам нужно искать уже путь, куда нам нужно пойти, потому что... А сейчас куда? Ага, вот сейчас. Ой, твою нафиг. Твою нафиг. Вот сюда. Вот сейчас нам нужно еще путь искать, потому что если мы, например, пойдем вот туда, мы, наверное, или не дойдем, или просто умрем, потому что мы черекнемся какого-то другого блока. Твою мать. Если мы, ну, туда не дойдем, то мы действительно черекнемся какого-то другого блока, и нам нужно будет опять вот это проходить, как я сейчас умер, потому что, ну, я не допрыгнул. А что там было? Trail set to broken. Я понял, то есть вот это, как бы это перевести, trial set, то есть вот это рельсы вот этих блоков, да, которые спамятся перед нами, они как будто сломаны, то есть они спамятся через раз, можно, ну, в принципе, да, можно и так сказать, они спамятся через раз, вот так, и нам нужно, это уже реально паркурить, только это сложно, если мы умираем, нам нужно спускаться вниз, искать опять вот этот блок, брать, и потом потом подниматься еще на пару уровней вверх, то есть на пару этажей, охренеть. Мне нужно понять, как это работает, то есть... зараза! Это троллинг нахрен? Как вообще, какого-то перепуга там блок не заспавился, если он там должен был заспавиться? Ты твою мать просто на приколе, ты... Охренеть просто. Как я уже, в принципе, много раз говорил, паркурщик с меня как с тети Зины порно-актриса, но все же это троллинг нафиг. Это не прохождение карты, это троллинг, потому что как там вообще... Сейчас у меня спейс не заработал. Как там вообще блок не заспавился? Мне просто интересно, почему все блоки спавнились, а именно там не заспавнился. Зараза! Зараза! Так, ребята. Да иди ты в жопу, а! Прямиком, осветленной, с фонарями, дорогой в жопу. Пожалуйста, этот уровень. Потерянный город. Твою мать, а. Иди ты, пожалуйста. Я сейчас включу нахрен гейммод и просто... Да почему ты не прыгаешь? Ты... Ух! Так, спокойно, Эдисон. Еще рано кипятиться. Я не знаю, почему ты там не прыгаешь, но я не верю, то, что это совпадение, то, что три раза подряд у меня на том месте почему-то не прыгает. Я нажимаю спринт, и я прыгаю, но у меня почему-то чувак отказывается. Он нахрен выдохся. Все именно на том месте. То ли у нас блок не появляется, то ли он просто прыгать не хочет. Твою мать, а... Вот. Тут уровень мы прошли за 10 минут.
Этот уровень, точнее начало этого уровня, я уже пытаюсь пройти 8 минут. 8, мать его, минут. 8, мать его, минут. Все, прошли замечательно. Сейчас... Охренеть. Сейчас посмотрим, что у нас там дальше будет. Никто не знает, что у нас там дальше. Ты от меня спрятаться хотел. Ну это круто. То есть, а как мне это... Во, офигеть. Прям так и нужно сидеть, чтобы достать вот это все. Ладно, движемся дальше. Ну, в принципе, давайте попробуем. Так. Ребята, если вы прошли шестой уровень, вы прям офигеть. То есть, если вы сумели пройти уже эту карту... Сейчас. Вот. Если вы уже сумели пройти вот эту карту, вы прям... Вот вы, наверное, внук Гэндальфа, да? То есть вы сын Гарри Поттера, и вы, наверное, внук Гэндальфа. Потому что если вы прошли эту карту... А? Если вы ее прошли, вы прям офигеть. Вот честно, ребята, хвала вам, потому что это офигеть, как сложно. Я даже, вот честно, вот что я вам скажу. Нам точно туда нужно? Нам 100% туда нужно. Наверное, потому что я тут лаймового блока больше не вижу. Если вы сумели это пройти, ребята, вы прям офигеть какие. Вот, перепрыгнули. У нас тоннели тут какие-то. И... А сейчас куда нам нужно? Я просто не хочу возвращаться еще раз, если мы сейчас умрем, но я не вижу другого выхода, как... Ну, наверное, или вот сюда, или вот сюда. Давайте вот сюда попробуем. Офигеть! Тут, смотрите, ребята, тут мы даже прыгать... Ну, нам не нужно тут прыгать, мы можем просто вот так спускаться. Главное, чтобы блоки дошли вот туда, но мне кажется... Ты что нахрен издеваешься? Ты что, попутал вообще какие-то нафиг? А, ну хорошо то, что у нас тут сохранение есть. Или может нам просто назад нужно вернуться? Как вы думаете? Если вот сейчас вы такие нам испытания готовите, заразы, то, что нам нужно возвращаться и назад, и вперед, и по бокам, и вообще фиг его знает куда, то вы реально офигели просто. Ну, как, вот, мы начинали вот там, мы прошли до сюда, потом до сюда, сейчас мы тут. В принципе, я больше не вижу никакого другого пути. Назад нам, ну, возвращаться нету смысла. Мы только туда можем пойти. Если мы туда можем пойти, значит, нам все-таки нужно идти туда, где я думал. То есть, вот тут. Но я там не вижу никакого другого прохода. То есть, я там ничего не вижу. Может вот туда? Сейчас. Нужно молчать, ребята. Нужно реально молчать, потому что нужно сосредоточиться и быть таким сосредоточенным. Даже когда ты на туалете, ты, ребята, вы ребята, точнее, не такие сосредоточенные, как сейчас. Потому что тут реально нужно прям все свое внимание. Все свое терпение, что самое главное. Потому что без терпения вы вряд ли сможете пройти эту карту. Мать ее карту. Вот смотрите, ребята, вы видите то, что терпения у меня много. То есть, сколько я раз уже умер, я ни разу нахрен ни разу не нервничал. Я очень нахрен спокоен, прям. Офигеть, какой я спокоен, да, я вроде туда иду. То есть, я вообще не нервничаю. Я прям расслаблен, как будто я только что и йогой позанимался, помедитировал нафиг, твою мать, я спокоен нахрен, как удав, зараза ты, как удав. Ах ты суперская карта, не нервируй меня, пожалуйста, я пока что очень спокойный, очень, очень. Так,
Нам туда нужно? Наверное, нужно, потому что тут нужно искать уже блоки вот эти везде. Потому что я не знаю, куда они еще могли их запихнуть, но, ну, 100% где-то вот тут. Да, нашел я тебя. Ты хотел от меня спрятаться, но не получилось. Сейчас вот 100% туда. Уровень, пожалуйста, заканчивайся. Ребята, вот прямо сейчас напишите в комментарии, хотите ли вы, чтобы мы уже, чтобы этот уровень уже закончился, потому что мы хотим уже перейти на 5-й уровень. Мы уже действительно хотим 5-й уровень, и мы все просим. Да, ребята, мы же все просим, чтобы этот уровень уже наконец-то закончился. Вот прям все. Напишите в комментарии, кто просит. Поддержите меня, пожалуйста, потому что не мучайте меня уже. Я уже хочу, чтобы этот уровень закончился. Вот честно, ребята, не мучайте меня. Напишите в комментарии, что вы хотите, чтобы этот уровень уже закончился, потому что это офигеть. Вот. Ух ты. Красиво, красиво. Ну что это за... Что это за проход куда-то в какой-то другой мир, что ли? Ух ты. Это будет... Это будет долго. Это будет офигеть как долго, потому что... Потому что... Нам прыгать там нужно будет очень долго, долго. Главное, знаете, что... Твою мать, я Да ты охренела! Ты охренела! Ну скажи вот честно, ты охренела? Ну, я уже зато понял, как это все... Как это все работает. Откуда нам нужно начинать нашу траекторию нафиг полета? Вот сюда. Главное... Главное, тут блок спавнится, может заспавниться, вот смотрите. Он может заспавниться даже вот тут. А только что, там, помните, когда у нас вот это, какой-то переход прям был реально очень жестокий, когда у меня блок просто пропадал, и он даже не спавнился. Да твою мать, ну почему я так прохожу, вот 10 блоков нормально, на 11 блоке я почему-то сваливаюсь, а? Знаете почему? Потому что нужно прыгать прямо, когда ты в самом конце блока. То есть, когда ты на краю, точнее, а не в конце. Вот, вот видите, сейчас я прыгнул, когда я находился посередине блока. А нужно прыгать, когда ты в самом... То есть, на самом краю. Твою мать. Я не знаю, кто мне нафиг посох сломал, но я тебя найду и я тебя убью. Честно. Ребята, мы все соберем... Они сломали мне посох. Паскуды. Паскуды, твари безобразные. Честное слово. Я не знаю, кто мне сломал посох. Даже в начале уровня мне написало то, что твой посох сломан. Гэндальф, я тебя найду, если ты не починишь мне мой посох. Если... Гэндальф, если ты не починишь мне мой посох, ну, тот, что у меня в руках, а не то, что вы подумали, если, конечно, есть такие. Если охренеть. Ну, все же лучше, чтобы ты починил, да. Лучше, чтобы ты починил. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Боги магии, помогите мне пройти этот, мать его, конченый уровень. Помогите, пожалуйста, я уже замучился. Проходим этот 4-й уровень и заканчиваем проходить эту карту. Потому что это жопа. Ребята, согласитесь, то, что это жопа. Это жопа, а не карта. В том смысле, то, что... Да ты что, откуда я могу знать то, что там блок возьмет и просто не заспавится? Какого нафиг? Откуда? Откуда я могу вообще это знать? А тут я не могу допрыгнуть. Я понимаю то, что если я дальше начну, вот, например, если я не отсюда начну спавнить блоки, а где-то отсюда, то блок там заспавнится. Я, в принципе, смогу туда допрыгнуть. Но в чем прикол? В чем прикол? То, что если я... Отсюда начну спамнить, вот, если я отсюда начну спамнить, вот, вот так, то я не смогу допрыгнуть, потому что я там бьюсь башкой, точнее, лбом об потолок. Я там не смогу допрыгнуть, то есть мне нужно спамиться, спамнить вот эти блоки с какой-то задержкой где-то в один блок, чтобы он заспамился как раз где-то там на начале, да, то есть забаговался, можно даже сказать, и заспамился где-то в стене. Офигеть. Ну почему ты там не спавнишься, а? Ну почему ты там не спавнишься? Ну почему, а? Гуманоид ты конченый, почему ты там не спавнишься, а? Силы богатырские, ну почему ты там не спавнишься, а? Ну почему?
Ух, пердолить бы вас во все дыры. Пердолить бы вас всех дыры, кто эту карту сделал. Офигеть, вы уже мне нервы нафиг натрепали. Баба Зина, дядя Миша, дай-ка силы нам, парниша, чтобы эту нафиг... Всем пока. Ну прыгни, прыгни ты уже наконец-то. Он научился прыгать, ребята. Он научился прыгать. Я думал, я этого никогда не дождусь. Офигеть просто. Дайте нам вот этот Golden Nugget и дайте нам эту карту уже пройти 28 минут. Охренеть. Это у нас пирожки. Офигеть просто. Я уже не знаю, ребята. Мы отсюда пришли или откуда мы пришли? Откуда мы пришли нахрен? Отсюда мы пришли нахрен? Или отсюда мы пришли? Я уже с ума схожу с этой картой. Ну, наверное, вот сюда, потому что другого варианта я не вижу, как бы. Наверное, вот сюда. Вы бы еще в жопе где-то засунули этот Golden Nugget, чтобы я час туда бегал, чтобы его забрать, а потом сюда возвращался, чтобы опять сюда прыгнуть. Да вы вообще охренели. Я вам кто, путешественник нахрен? Я должен полчаса бегать в одну точку, потом в другую, чтобы... На тебе! Так, сохранились за... Так. Круто. Круто. Только я не вижу тут лаймового блока. А, твою мать. О, я уже напугался, что нам обратно нужно будет возвращаться в тот дом. И может, знаете, там какие-то схемы, мол, вот эти блоки там пронизывают вот эту всю гору, и потом нужно бежать вот это, а потом опять напрыгнуть на вот эти блоки. Ты, паскуда, залагал очень вовремя. Я, и честно, ребята, я вам вот прям честно говорю, это у меня залагало. Вот прям такой секундный лаг, но отобразился он тем, то, что у меня реально залагал майн, и у меня куда-то скинуло моего персонажа куда-то в сторону, и я не смог пройти дальше. Так, сохранимся, сохранимся. Замечательно, и потопали дальше. Вы мне дадите пройти этот уровень уже? Вы мне, пожалуйста, дадите пройти этот уровень уже. Я надеюсь, мне сюда нужно, а не туда. А, или может сюда, или может сюда. Давайте сюда попробуем. Ой! Ой! Прош... Да иди ты в жопу, у меня и так генерация нафиг. Плюс 100-300. 100-300. О, это может там уже конец. Или... Да харе гореть, а. Харе, пожалуйста, прекращай. 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 Все, давай, давай. Я понял, ты очень крутой, там, вечный огонь и всякое такое. Что это? Ну, наверное, сюда, потому что, да, наверное, сюда? Ну, там какая-то стрелочка, мать ее. Давайте, допустим, этого просто не будет. Припустим, предположим, мне уже похрен, что этого просто не было. Это, я не знаю. Просто вырежем этот момент у себя в голове. Вырежем, да и все. Пожалуйста, не упади. Очень высоко. Ой. Когда нужно, чтобы я прыгнул, у меня почему-то залагивает пробел. Сейчас я вообще не хотел включать спринт, но у меня почему-то включился спринт. У меня вопрос, ну... Что за приблуды? Что это такое? Почему спринт включился, если я один раз нажал на W? Почему у меня спринт, мать его, включился? Кто мне скажет, тому дам, не знаю, подарочек, конфетку тому дам. Кто мне скажет, почему у меня спринт включился два раза? Может, это подстава какая-то? Может у меня посох сломался? Может, мне какие-то таблеточки нужно купить? Иди сюда, иди сюда, иди сюда. И попробуем еще раз. Еще раз спокойненько, на расслабончике, на расслабончике. Как я понял, просто эту карту нужно проходить спокойным. Спокойно, вот видите, ребята, мы спокойно сюда добрались. Я даже ни разу не упал. Где у нас? Вот, ух ты, двери.
Круто, только зачем тут рельсы, если тут нету вагонеток? Это прямо логика всего поколения. Кто-то меня хотел надурить. Но я заметил то, что у нас там яма была. Ребята, если я сейчас упаду, мне нужно будет появиться вот тут, и опять вот эту всю дорогу обратно проходить, чтобы добраться до вот этого оконченного золотого блока. Пожалуйста, молитесь, ребят. Все, всем пока. Я в запой. Я больше не могу эту карту проходить. Где мы появимся? Насых! 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 Нака! Пожалуйста! Пожалуйста! Ради... Да ты с... Я вроде никогда не матерюсь. То, что я говорю нахрен, то, что я говорю твою мать, это, ребята, не маты. У каждой семьи свои правила. Допустим, у меня в семье нахрен твою мать, это не считается как мат. То есть мы можем спокойно разговаривать, и, в принципе, это не будет то, что мы материмся, да? Но я уже на грани. Я уже на грани. Все. Прощай, четвертый уровень. Очень короткий вот это все. Все. У меня уже словарный запас закончился, я уже не знаю, что говорить. Но у нас очень короткий... Охренеть, да вы что, офигели? То есть очень короткий вот эта хрень. Нам нужно так прыгать, да идите вы... Охренеть! Сколько я буду этот уровень проходить? Наверное, в следующей серии мы не уложимся, ребята. Вот просто представьте, сколько мы будем этот уровень проходить, если сейчас это все быстро. Если сейчас это все быстро действует, и в принципе сейчас как-то прыжки вот эти все даже нельзя рассчитать, потому что они как-то спамятся, то есть, если бы там было... Радиус, то есть расстояние вот этого всего, то, что мы бы смогли вот так пропрыгать, да, то есть вот так, и прыгали бы с одного блока на другой. Но тут нам нужно останавливаться, потом опять разгон набирать, потом опять прыгать, то есть, потому что если мы вот так... Если мы вот так продолжим, то мы, в принципе, будем падать. Но все же я уже два вот этих хренотени прошел. Ребята, давайте уже реально на этом будем заканчивать. Это пятый уровень, который называется какой-то там... Connection Temple, то есть... Гробница соединения. Хрен его знает. Ладно, ребята, давайте на этом будем заканчивать. С меня хватит. Давайте я посмотрю просто, сколько эта серия длится. Она уже длится практически 40 минут. Согласитесь, не каждый день выходят серии, которые длятся 40 минут. И это, если честно, очень много, потому что, кто не знает, я работаю целый день. Я прихожу с работы, я еще записываю серию, и я сразу иду спать, потому что я уставший, видите, я даже не могу нормально разговаривать. Я уставший, как черт. Ребят, я не буду говорить, где я заработаю, это никому не интересно, да, если честно, я не хочу об этом говорить, но я иногда бываю такой мертвый, просто прихожу с работы, то, что это с ума можно сойти. И я еще захожу, и я еще делаю серии, которые длятся по 40 минут. Это охренеть, если честно, как меня запаривает, ну, в смысле, нагрузка на организм большая, потому что человек реально уставший, как хрен его знает что. Поэтому, ребята, все, что я хочу от вас попросить, это просто поставить лайк. За то, что я хотя бы выпускаю серии, и хоть у меня уже тело практически все мертвое от того, что уставшее, как фиг его знает что. Поэтому, ребята, один лайк, чтобы я выпустил еще одну новую серию. Как только мы наберем 1200 лайков, я сразу же выпущу следующую серию. Хотя бы пожалейте мои нервы, потому что у нас еще два финальных уровня. Мне кажется, эти уровни будут длиться... ну, вряд ли мы уложимся в одну серию. Там еще серии 2-3, 100% нужно будет. Ну, посмотрим. Ребята, 1200 лайков, и я еще себе пощекочу немного нервы, потому что я выпущу еще одну новую серию с прохождением этой...
я уже даже не знаю, как ее назвать, крутой картой или не крутой, но это просто охренеть. Поэтому, ребят, еще 200 лайков, выходит новая серия. И также не забываем подписываться на мой канал. Как я уже много раз говорил, каждый подписчик для меня как друг. Я всех вас, кто еще не подписан на мой канал, приглашаю вступить в нашу большую и дружную семью подписчиков. Все, что от тебя требуется, это нажать на кнопочку, которая находится вот там в уголку, если ты ее еще, конечно, не закрыл. Ну, в принципе, или под видео, красненькая кнопочка с надписью «Подписка». Вступайте в нашу большую дружную семью. Я всех вас приглашаю. Но, ребята, к сожалению, сейчас мы заканчиваем и встретимся в следующем видео. Если вы хотите, чтобы она вышла как можно быстрее и чтобы было прохождение карты, ну или в принципе любое другое видео, лайк, я уже вам сказал. Поэтому, ребята, я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Если ты досмотрел это видео до конца, я еще раз посмотрю. Если ты просмотрел все 40 минут, ты реально самый крутой. Потому что просмотреть 40 минут — это, ну, не то что заслуживает уважения, это прям, я не знаю, что за... приза заслуживает. Ну, честно, ты прям реально молодец, я бы... вот, дай сюда руку, вот, ребята, дайте руку. Вот. Ну, или как будем, PewDiePie просто. Я, конечно, его фишку тырить не буду, но только в этом видео то, что... 40 минут, если ты досмотрел, это охренеть просто. Поэтому всем, ребята, спасибо, всем удачи и всем пока.